Привет, друзья! Мы по-прежнему находимся в городе Сочи. Сегодня у нас 10 мая 2018 год. Собираемся сейчас поехать в Адлер, в Сочи парк. Проведем там сегодня день прогулки и вечером собираемся смотреть поющие фонтаны. Мы приехали в Сочи парк. А вот вышли из автобуса. От вокзала Сочи ходит автобус 124. И не автобус, а маршрутку. Маршрутку, да. Он стоит серенький. Там вот у нас красивое здание написано, Сочи парк. Здесь вот у нас на автостоянке Пальмовая роща. Вот такие маленькие автокары предлагают немедленно свои услуги, чтобы люди не ходили пешком. Можно ехать. Сюда можно ехать. Сюда можно ехать на электричке, да. Ну, не за 73 рубля, я думаю, как на автобусе. Да. Рублей за 350-400, да, надо посмотреть. Мы подошли к схеме, чтобы сориентироваться, где мы находимся. И отсюда, соответственно, уже продолжить какое-то наше движение. А мы где? Не знаю. А, вы здесь. А, вот же, да. Вот. Так, чтобы все было понятно на раз, такого тут нет, на самом деле, потому что нужно разобраться самостоятельно, куда тебе идти, чтобы погулять или чтобы попасть туда, куда тебе нужно. Мест очень много. Я просто иду прямо, я не знаю, куда идти. А, касса электронных билетов. Ага. Неприметная очень касса. Перемещение по парку 100 рублей. Это в одну сторону вас отвезут и все. Все, разобрались. Вот в парк абсолютно бесплатный. Но очень все хотят собрать деньги, да, на том, чтобы отвезти на мини-карах, да, куда-нибудь переместиться. В одну сторону стоит 100 рублей. Ну и как бы есть экскурсии, там обзорные типа экскурсии за 500 рублей. То есть когда садишься вот на такую машиночку, экскурсоводы такие, что экскурсовод не хочется с ними обвезут кататься. И назовут основные объекты. Так, здесь уже повесили эмблему с волчонком. Готовится. Здесь велопрокат. Можно взять велосипеды и ехать. Мороженое закрыто, это жаль. Вот я бы велосипедик взял. Хочешь, я возьму велосипедик двухместный, ты будешь сидеть, ничего не делать. Да не знаю, Алёш. Я как бы ходить хотела. Ну, ты можешь идти поговорить, если ты хочешь. Ты не уходи. Я не уйду. Все-таки вот эта тема с велосипедом не дает Алёше покоя. Я плохо езжу на велосипеде. Ну, точнее, как я езжу на нем. Все же ездят, не падаю. Но, честно говоря, не очень люблю. И езжу очень-очень редко. От этого неуверенно себя чувствую. И ощущение комфорта портится. А, ну то есть его берешь на час, да, арендуешь, просто катаешься, через час ты должен его сюда же на этот пункт перевести. 150 рублей стоит. 150 рублей на час. Ну, не очень удобно, то есть ты должен куда-то доехать и через час планировать вернуться. Через договоренное время планировать вернуться. Ну, нет, ты заплатишь просто, через столько, сколько вернешься, ты заплатишь, столько времени. Главное вернуться сюда же. То есть где-то там его оставить, в каких-то других местах парковки. Ну так, не очень бюджетно, потому что когда мы были в Таиланде, мы на электромобиле съездили по 200 бат в час. На двоих.
удивительно, но здесь вообще никого нет. Вон трое рабочих ковыряются. Вообще нет никого. Нет, ну живой души, вон там вдали парень на велике. Все, три машины. Парк вообще весь пустой, я не знаю, как оно положено. Ну, зона развлечений тоже вся стоит. Там пустая каретка перемещается, видимо, что-то тестируют. Больше нет вообще никого. Так вот выглядит зона аттракционов. Здесь вот колесо ободрения. Американские горки. Эти вот дорожки цветные, они с таким специальным покрытием оборудованы, таким резиновым. Очень удобно по ним идти. Вот это новый стадион, да? Ну, не новый, он построен, мне кажется, в Олимпиаде его реконструируют. Пойдем посмотреть место, где зажигали олимпийский огонь. Или мороженку. Мороженка стоит 100 рублей. Между прочим, в Дендрерии дороже 120 было. Ну, обычный вафельный стаканчик 100 рублей. Пончики. Пончики, это. Здоровая еда. На стадионе. Три пончика 200 рублей. Очень крупные пончики. Мы стоим с вами на аллее победителей. Эта аллея образована высаженными по периметру ее деревьями, кустами магнолии, вот, которые по количеству совпадают с количеством медалей, полученных нашими олимпийцами и паралимпийцами во время последней зимней олимпиады 2014 года. Вот. Я не знаю, будут ли спиливать те деревья, которые являются спорными, да. Даны за медали в кудах после олимпийск, после этого вот скандала с допингом, но я бы не стал. Я тоже считаю, что люди заслужили. Много кустов. Мы вышли из Сочи парка на набережную. Здесь вот нет мест для купания, но все равно очень красиво на море. А здесь вот есть кафе. А, вон место для купания с этой стороны. Здесь есть кафе, детская площадка. Там вот дальше уходит берег. Люди вот загорают, и некоторые даже купаются. Да, далеко идет набережная. Можно очень долго гулять, хорошо. Очень красивая набережная, очень ухоженная, бесконечно длинная. Поставим, да, 5 поставим. Велодорожка отдельная, очень классно здесь кататься на велосипедах, конечно. Вернулись в Сочи парк для того, чтобы посмотреть поющий фонтан, танцующий фонтан. Уже включили везде вечернюю подсветочку. Свечивается стадион. Пишет, да. Вот так у нас стало подсвечиваться. Пахнет попкорном. Сама стелла с
олимпийским огнем, а вон там он волшебным сиреневым цветом светится. Какой-то игрушечный дворец в детском парке. Летом фонтан включают около 8 часов вечера. То есть в разное время года по-разному включают фонтан осенью и весной. В 7 часов. Сейчас уже приближается лето, включают, нам сказали, в 8 часов. А летом 8:30. Ну, в общем, как стемнеет. Сейчас мы обогнем вот этот вот олимпийский огонь. С той стороны у него фонтан. И там вот видишь, вот какие-то форсунки сидят. А, форсунки, да, это из них будет, собственно, все производиться. Моя ладонь превратилась.
рассвет встречаешь. То, что связано кровью, не разорвет.